Закрыли глаза, не смотрите, я сейчас буду супер комбинацию показывать. Сейчас будем показывать первую комбинацию. Покажем, как бить правой рукой, замаскировать удар правой ноги в голову. В данный момент, смотрите, если соперник стоит передо мной, я стараюсь маленько смещаться ударом правой руки, смещаться чуть-чуть влево и маленько сделать наклон, потому что я буду подготавливать удар тому, чтобы нанести удар сверху ногой. Не просто наискосок, а получается чуть-чуть она должна залететь, нога маленько через защиту. Чуть-чуть идет удар сверху. Поэтому мне нужно корпус наклонить малость влево, перенести сюда центр тяжести на эту левую ногу и перекинуть ногу и попасть ему желательно вот в эту часть. Ну, можно сказать, как по макушке. Если по макушке попадешь, можно тоже, в принципе, нокаутировать. Сейчас смотрим, правый удар руки проходит, и получается, я уже наклоняюсь, нога уже заряжена, и получается, я чуть-чуть маленько движение ногой делаю и перекидываю сверху удар, и получается, мы ложим удар ему полностью на голову. Желательно это сделать, чтобы голень зашла ему именно в эту область, либо где область уха, либо чуть можно выше. Если получится, можно на шею положить. Все зависит от соперника. Если он невысокого роста, это будет очень прекрасно. Эти приемы делать очень удобно. Вторая комбинация будет. Это будет атака после его левой руки. Мы будем уходить в сторону, смещаться в сторону, защищаться, наносить ударом правой руки и потом выходить именно на левую ногу. Также удар будет проходить в голову. Смотрим. Когда левой рукой он бьет, я стараюсь перекрываться. Левой рукой чуть-чуть локоточек можно вперед вывести. Я ухожу в сторону, сделая за шаг правой ногой. Потому что так будет очень сложно, я могу не достать ударом. Получается, я сделал шаг, у меня нога заряжена, у меня удар будет сильный. Здесь я могу нанести уже правый удар боковой и также уже перенести его именно левой ногой в голову. Сейчас будем показывать третью комбинацию. После того, когда будет наносить нам удар ногой в область печени, будем защищать, и после этого мы сделаем атаку, удар с разворота в область печени ему. В общем, смотрим комбинацию. Удар идет в корпус, мы защищаем. Стараемся защитить еще рукой второй, помогаем. И уже здесь на развороте мы начинаем бить в корпус. Раз, два. Пока он ставит ногу, мы можем воспользоваться этим моментом, развернуться и ударить ему в печень. Удар и сразу же ответ. Стараемся бить пяткой. Прям пяточкой я стараюсь туда в область печени ударить. Вас всех пригласить 3 марта в Москве в Олимпийском. Будет у меня бой. Прошу всех прийти, поболеть за меня, поддержать. Спасибо всем.